Ну теперь сейчас полезем. У вас карман засунем. И полезем второй раз. Ощущение непередаваемое. Один метр полет нормальный. Три метра полет нормальный. Четыре метра полет нормальный. Пять метров. Сейчас мы тут разберемся. Сейчас узнаем, кто под землей редиску красит. Ну что, господа, мы на месте. Вот этот у нас постоянно мешается. Но по ней мы слазили. За мной я не вызывал. Спалили меня, похоже, что я в колодец залез. Так, ну что я вам скажу, надо было крючочек взять какой-то, ведро подвешивать. Так. Вода наполняется быстро. Колодец. Сейчас мы откачаем еще. Mm-hmm.
Одно ведро уже вычистил. Тоже слить надо. Все, что есть. Скучно, наверное, вам со мной. Ничего не происходит. Сильно я вас напрягать не стану. Ну, в общем, вот такая процедура будет. Это будет в следующей серии.
Вот камушек, песочек. Время как уже нету. Такое. Сейчас я тут буду развернуться, делать. И вам в следующей серии покажу свой выход. Да, пока-пока. А откуда вода бежит? Вот идет. Где-то вот там. Гуляет. Очень хорошо. Там вот фонтан убьет. Чисто вода. Пробовать не стану, не. Прозрачно. Несколько листов не бьет. Ну, в общем, вот такая процедура. Эта процедура стоит 5000. Очистить. Насос не успевает откачать. Вон убирается она, вот. До конца. Тут вот она стоит. Ну все, буду выходить, включусь. Пока-пока.